Всем привет, зрители и подписчики наших каналов, с вами Какакула. И с вами Арчар, и мы играем в Аркейдж. Да, ребят, у нас тут олени позади, мой круче, да никакого. Слушай, он, кстати, такого же, по-моему, да, роста? Да, такой же он. А мне тогда показалось, что он такой маленький, не знаю, наверное, тогда нагнулся был. Может быть. Ладно, неважно, так, все, хватит по денсили и хватит. О, все, отлично. Так, ну что, сдаем миссию или берем, или что мы тут сдаем? Сдаем, пришли же на красную эту штуку, на красный квест. О, сейчас опять награда. Угу. Сфера истины показала, что сирота чист. Короче, нормально все. И тогда сенатор Беллион, хватаясь за последнюю соломинку, попросил его о помощи. В Сенате уже открыто говорили, что расследование оскорбительно для эльфов, и его нужно прекращать вне зависимости от того, найден виновный или нет. Беллион, как и Энар, считал, что истинный преступник скрывается среди эокадов и боится, что его обнаружат. На этот раз я эскейп не нажимаю, я жду. А то тогда такая пауза, я думаю, ну все, я нажимаю, и в этот момент он что-то еще говорит. Но это уже, видимо, явно все. Закончилось все. Так, что там дальше? Надо опять с ним поговорить. Слеза, окей, спасибо. Проверить участников турнира с помощью сферы дознавателя, о как. Сейчас будем. Ну идем. Бежать недалеко, можно. Да, я подъеду, чё. Пусть олень работает. Ну давай, иди сюда, ко мне. Какие-то растения. Фу. Растения? Да. Мандрагора, что ли? Угу. Корень мандрагоры. Прям Гарри Поттер. Ну-ну. Так. Ой, не то сделал. Слушай, кучу кнопок не тех нажал. Так, ну-ка, братюня. А как ты это сделал? Нажал просто на сферу. Ну, там, где да, задание написано. Да на я эту. Понял, ну так я то же самое сделал. А, его убить надо, слушай. А мы стоим, тупим. Ну, как всегда. Угу. Не знаю, правильно ли мы сделали. Тут еще один, смотри. О! О, а этот чист, слушай. О, этот какой-то нечистый. Ну, давайте помогу. Не знаю, надо ли помогать или нет. Так, ну еще один. Ну, я одного нашел. О, тоже. Мочи, мочи козла. Мочим. Понял, какой я себе скилл взял? Который у меня на том нашем тестовом персонаже был. Так, теперь нужно поговорить с медиумом каким-то. Подожди, у меня еще не все. Я еще этого убью. Помоги мне, кстати. А, ладно. Да ты его уже и сам завалишь. Я уже понял. Ты ленивый, лентяй вообще. Бывает. Напарничек. Погнали дальше. Ой-ой-ой. Будь здоров, хоть ты и кашля. Да уж. О, я могу прыгать на оленя. Я не прыгал ни разу на оленя. Или прыгал. Я ничего не знаю. Я прыгал на оленя, ё-моё. Да, я ж прыгал, точно. И забыл. Капец. Так. Привет, чувак. Мужик. А, это задание. Подожди, сейчас мы задание еще возьмем. Надо сначала сдать. Да, у меня передо мной кто-то стоит. И мешает. А я видео смотрю. Расследование показало, что никто из участников турнира не знал об отравленном клинке и не замышлял заговора против нуянской делегации. Круг подозреваемых сужался, а споры в Сенате становились все жарче, и в конце концов противники Энара добились своего. Расследование было решено прекратить, а дело
закрыть. Ну и Анам принесли сухие извинения и поставили на этом... Хорош так. Замяли, да и все. Это наш так замяли. Наш правительство такой же. Так, ну что, эскейп или ждем? Да, наверное, все. Ладно, эскейп. О, ледяная стрела уровень 3. Хорошо. У меня олень 7 уровня уже. У меня тоже. Угу, так, ну чё, еще раз к этому подойдем. Да, я даже получил, по-моему, какую-то штуку от него. Клятва Эокада. Принять. Не, клятву я не взял. Легкий доспех, средний доспех. Вот интересно. Ну ладно. Там вроде какое-то кольцо нам давали, я еще его одел автоматически, что ли? Да нет, вроде, что-то я не понял. О, я штаны новые, оказывается, у меня есть. Я не знал. У меня какие-то вот легкий доспех. Обычный предмет. Бесполезный предмет. О, там хотя бы пишут, что они бесполезны. Все, отлично. Фу, хотя бы уровень предметов даже объясняется для тупых, как я. Так, ну что, возьмем квест у этого чувака, который рядом. Слушай, стоит. У нас два квеста висит. Точно. Ну ладно, давай возьмем. Поножи забытого города какие-то. Ну давай возьмем. Пусть так. Только бежать не понятно. А, ну тут ближе, давай на троечку. Ну давай на троечку сначала. Давайте бить, наверное, просто. Да, бить надо. Ну смотри, слушай, они агрятся. А тот, а ты... Ой-ой-ой, сейчас тебя вломят. Ай-яй-яй-яй-яй. Ого. Сейчас тебя вломят, беги оттуда. Так я не могу капец. Убежать, как я убегу? Капец тебе. Ой, тебе капец. Бедняжка. Тебя убили. Хотя нас тут и двое, но... Ну да. Маги, кстати, помягче. Я легче убиваю. Ну да. Вот, лучники для меня немножко по проблеме. Я думаю, для тебя лучники будут более мягкие. То есть ты сможешь так раз... А, ты вот рядом здесь, да? Да. Так. Ну-ка, слазь, олень. Давай. То есть, то... Ух ты, меня заморозили. Ух, ё, у меня пол хп. То есть то, где мы сохранились, это то место, куда мы улетим в случае ручного телепорта. У нас тут есть телепорт. А если нас убьют, то мы появляемся... Возле ближайшей статуи вот этой вот. То есть, вот это тоже. Ну ясно. Да. То есть. А то, если бы мы умерли, да, могли бы появиться прямо ну да. Там аж в самом начале, если типа не сохранялись, то вообще в жуть было бы. На, упс. Все, собственно, теперь ну, уже. Ну, по-моему, мы достаточно их убили. Да-да. Хелпуй, меня сейчас убьют. Где там оно? О. Ну ты ж можешь просто атаковать дальше. Можешь. Лично. Все, поехали отсюда. Сейчас мне интересно, мы там что-то выбили? Нет, вроде бы. Так, одно другому не мешает. Можно и убить чувачка. Мы же это. Почему? Ой-ой-ой-ой, я чуть не умер. Ё-моё. Бутылочку выпей. Не, я не хочу. Сам восстановится, зачем? Поехали. Опса, брат. Так, подожди. Нам дальше ехать, слушай, ничего себе. Ну ладно. А, можно на флейте поиграть и это, и... А если бы ты мог ехать и играть, было бы вообще шикарно. Ну да. Ну, выглядело бы это, конечно, идиотски. А почему ты скачешь? Едет такой чувак еще и, блин, и там песни поет. Да, и шашкой масло. Ага. Че, было бы нормально. Так, а где вообще нам надо с кем говорить? Так, единичка, это понятно. На троечку ехай. Сначала на троечку. А потом уже на далеко, двоечку. Вот, единичка ближе. Троечка а, ближе. Где троечка? Ну, зелененькая троечка. А, вот они, две рядом. Ну. Тьфу ты, елки. Так, троечка, привет. А, вот это. Я ее тогда получил, оказывается, только что. Окей. Так, ну что, я получил. Будем разговаривать с котом? Ну да, почему нет? Ну, давай. Таян. Подожди, стой. Для начала я гляну, что это вообще такое. О, кинжал и кольцо. Меч. О, я одел кольцо. Круто, я взял у кота. Эпично звучит, да? У кота квест. Да уж. И грибы нам надо, походу, пособирать. Ой, можно с чуваком поговорить, привет, чувак.
Ну это наш. Ага. Награда. О, награда. Какую бы взять? Ну, штаны для своего класса бери. Поножи забытого города. Ну тебе верхний, мне нижний. Ну да. Так, надо их одеть. О. Я тут на разборке уже поехал по квесту. Давай. Воу! 50 урона, ничего себе! Не слушай. Ой, нам помог стражник, ничего себе. Слушай, подожди, оленя надо похилить моего, а то он, смотри, уже... А, оп, не, восстанавливается. Левелап. Он мой же 8-й. Так, чувак, а ну-ка, давай это, пообщаемся. Ты мне гриб должен дать, походу, да? Или это я выкапываю, подожди. О, я выкопал один гриб, походу. Выкопал, да. Надо напинать. Ой-ой-ой, слушай, а он крепкий. Ого. Так, о, я вижу свой гриб. Так, оленя, ну-ка подожди меня здесь. Опять охранник мне помог, я за это ничего не получил. А, не, получил вроде бы, ну ладно. Помогай. Я? Да. Я тут это, гриб копаю. А ну-ка подожди, не трогай моего братюньку, я. Да он сам его начал трогать. Я понял. Да не, я же этот. Я тебе помогаю, чтоб тебя ж типа не били. Да что ты будешь делать? Они агрятся, засранцы. Давай, помогай, а то меня сейчас убьют нафиг. Не. О, хорошо. Я спас Арчара. Мне грибочек собрать бы. Да, мне тоже. А вот, кстати, у меня есть. Там только что какая-то появилась штука. Прогресс 50 и 100. Спасти лесников. А, вот эти лесники мелкие, вот их надо спасать. Mm-hmm. Прикольно, что. Сейчас мы их спасем, еще нет. А вон еще один есть. Так, все, 3 из 3. Давай будем спасать лесников. Пленный лесник. Да, давай. Как его спасти? А, подойти к нему и нажать, наверное, F. Хрен его знает. Нет, не катит. Ой, значит, в бою надо убить кого-то. Наверное. Ладно, я не понял, что произошло, но неважно. Так, помогай, помогай, помогай. Mm-hmm. Не, тут реально надо так оперативно играть. Глянь, как сложновато уже становится, mm-hmm. да? Вполне так нехило напинывают. Ау, еще один. Не, реально, тут одному только так можно сдохнуть. Ну да. Пошел так сразу на финале. О, 90 из 100. То есть, мы его... их просто убиваем, это наверное. Уже... Так, грибочек. Давай тогда допинаем, почему нет. Ну да. Воу, моего оленя били, ничего себе, наглец. Так, походу, надо отсюда уже свалить потихоньку, а то... Так, моего-то там не убили хоть оленя? Так, все, я уже выполнил и то задание. То есть мне надо... Так, слушай, сдать... а где мой олень-то? Это его, наверное, вызвать должно. Может, его убили, может, я воскресить его надо. Посмотрим. Да, походу моего оленя... А, у него здоровье 1 из 747. Я говорю, его убили. То есть его воскресить надо будет. Так, валим отсюда, а то нам тут сейчас напинают. Посмотри, их тут толпа. Ну да. Вот тут вот справа можно будет выйти, а тут безопасно вроде. Mm-hmm. Так, короче. Недостаточно маны. Отлично, все, 140 из 100. Отлично, отлично, отлично. Слушай, а может мы тут реально можем неплохо перевыполнить и получить нормальный опыт? А тут вроде как сложная локация достаточно. О, все, мой олень вроде жив. Ты его воскресил? Да. А как? Не знаю, но меня сейчас бить будут. Я так, вижу. Пойду-ка я к стражникам, слушай. Да-да-да, стражник сейчас нам это поможет, спасет нас. Смотри, они так прикольно притягивают. Видел? Угу. Цепь такая, чух. Притом неплохо так пинают. Ну это ж стражники, ёлки. Ну да, так, как оленя полечить, слушай? Не знаю. Так, у меня в инвентаре явно есть вот эта крапивянная, как ее там. Так, я одно задание выполнил. Сейчас второе выполню. Выполнил. Отлично. Дальше нас отправляют. А, во. Дал мне ему надо микстуру. С вождем.
Давай, выполняй здесь рядышком, пойдем к вождю. Кого, кого? А, поздавай квест, который мы выполнили. Вот тут вот. Так, подожди, а ядовитый гриб там мы не собрали до конца? А я собрал. А я не собрал. Ну, давай, я буду прикрывать. Давай. Вон справа гриб есть, давай лучше направо. Вон он ближе, видишь? Видно. Да тут эти братюни. Ну, сейчас убьем, что, вдвоем все-таки? Угу. Не, вдвоем, конечно, поприкольнее так, да? Ну да. В одиночку это было бы немножко... И тут, кстати, где-то вождь лесников есть какой-то, который нам нужен. То есть, по идее, вон единичка. Наверное, вот это тот, что в пузыре висит, да? Наверное. Давай-ка его спасем. Ну, я думал, пузырь пропадет, как мы этого начнем бить. Реально. Кидал его какого-то. О, пропал, мы его убили, получается, и пропал. Ай-яй-яй, тут еще бегут. Спасай меня. Ассист. Отлично. Вообще хорош. Так. Так, сейчас вот грибочки тут как раз есть. Соберу. Так, хорошо. У меня единичка показывает... А, вон, нашел. А, да, мы его освободили, получается, и он телепортнулся, я так понял. Так, вот. Ну я бегу туда, собственно. О. На четверку. Ух ты, слушай, он прикольный. Он круто выглядит. Так, собственно, кот, я уже к коту подошел. Ага. Так, сейчас надо выбрать оружие. Ну, блин, он реально так круто выглядит. Мне, в принципе, все равно, что брать. Так, а кто выглядит-то круто, где? Че, подойдешь ко мне, тебе надо будет на единичку бежать. Ты там все сдай, там две точки было сдавания квеста или продвижения по квесту. Угу. Нет, у меня только одна точка здесь. Ну, да я там просто поговорил с котом и поговорил еще с соседом, грибы отдал. Или типа того. Нет, поговорить вождь лесников. А, мне с ним надо поговорить для начала. Угу. Слушай, помогаю, он опять у этих товарищей. Ты где вообще есть? У тех товарищей. Собственно, я иду к тебе, ты ко мне. Сейчас я к тебе прорвусь, мне надо вон с той стороны убиваешь, я с этой, друг к другу идем. Ты можешь их повытягивать к страже, и они быстро убьют их. И в момент, когда они там будут спавниться, ты как раз пробежишь. Угу. Хотя я думаю, ты можешь вообще справа оббежать. Да я и так их... Я и так их вроде убиваю. Ну вон я уже рядышком, видишь? Тебе помогут. Этот все-таки мощный дядька. Отлично. О, освободили. С этим что ли поговорить не, надо? Не, дальше надо. А. Он здоровый такой, сейчас увидишь. Угу. Что-то он под землей только что бегал. Не, вот. Смотри. Ага. Блин, какой классный, вообще в листве такой. Ну блин, если бы я такой костюм мог одеть, ну лесной вообще, вот такой, ага. Вот, блин, вообще было бы круто. Вот, ну и бери сразу у соседа дальше продолжение. Так, он мне дальше квест предлагает. Да. Принять. О. Хорошо, взял. Идем обратно, видимо. Угу. Надо прорываться с боем. Все равно нам надо какой-то опыт получать еще и угу. Почему нет? Тем более там деньги ж падают еще. Ну да. Надо хоть как-то зарабатывать. Так, ну вот, братенька еще есть, хочет получить. Опа. Блин, вдвоем реально шикарно. Угу. Раз, и все, и дальше можно идти спокойно вообще. Я богом стрелял. Опять освободили. Ты поднимаешь вообще вещи с них? Или нет. Там... Че, почему? Ну, того вроде не было или было. Нет.
За них еще по 100 опыта дают, слушай, а тут 70. Неплохо, в принципе. Ну, у меня олень апнулся. О, отлично. Погнали уже, сдадим. Угу. Чё-то погнали, я поеду. Так, ну чё, привет. А, серьга и слеза, отлично, спасибо. Угу. И ролик. Угу. Люди покинули Гвинидар, пообещав, что престол полумесяца узнает о вероломстве эльфов. Невеселым был их обратный путь. Воины двигались медленно и печально, приспустив флаги. А в повозке, накрытое тканью, лежало тело мертвого рыцаря. Энар из окна своей башни смотрел, как колючие лозы смыкаются за их спинами, и понимал, что все его надежды, все его мечты разрушены, может быть, навсегда. Блин, прикольно. Угу. Честно говоря, еще эльфа в таком дурном свете никогда не выставляли ни в одной игре, по-моему. Ну, не в таком уж и дурном, то есть кто-то там, кто, чё, как, но эльфы типа крайне круто. Ну да. Так, принять. Ты взял еще дополнительное? Да, наверное. Ну вот, собственно. Так, нам куда-то туда поехали. Ага, сейчас поедем. На троечку едем, получается. Ну, у меня 1-2. У меня 1-3, а чё у меня 2? А, подожди. А, они типа суммируются. А. Что-то я не понял. Подожди. Ай, за мной едь. Типа на впростеть? Угу. Ну, давай. Ну, минуя всех вот этих товарищей. Бля, подожди, у меня направо написано ехать. Я даже не знаю. Ну, на троечку. Троечка ближе. Вот у меня туда стрелка указывает. Может, я что-то не то. На троечку. Подожди. Вот туда. Подожди. Да, короче, наверное, все-таки туда. Меня что-то как-то странно повело. Вообще непонятно как. Да. Ну, мне вот троечка сюда, прям вот на дороге впереди, вот. Троечка. У меня вообще выполнено, выполнено, выполнено. Все выполнено. Ну да. Ну, у меня надо три типа этих награды, я так понял, забрать. У меня 1-2. Все, у меня 2 квеста. А у меня 3. А что ты взял? Не знаю, ты что-то не взял, пока я взял. Ты что-то не вот взял. Ты, блин, ну даешь, ну. Так я говорю, там сосед, бери у соседа. Да, окей, там, а где-то ты там так, не взял. Все, жди меня здесь, я понял. Сейчас пойду возьму. Я в той локации, ну, взял 2 квеста. Ну, я понял. Ты не взял. Так, я хоть туда бегу, вроде туда. Все, ладно, я тебя жду, окей. Mm-hmm. Я вот папа побью лучше. Он давай. Здоровый такой, прикольный. Смотри, чтобы этот здоровый и прикольный тебя не прикончил. Да, было побидно. Не, я нормально, нормально вроде. Воу, ничего себе, он крутой. Че, толстый? Выглядит круто, ну да, он реально жирный. То есть он внешне такой вообще фу, урод. И бьет по соточке. Воу. Так, а где ж тут рядом-то? А, вот, вот, да. Видишь, значит, ты пропустил тогда. Mm-hmm. 140 опыта за одного, слушай, неплохо. Будь осторожнее. Ну, я тогда убью еще одного. Mm-hmm. Он медленный такой вообще, знаешь, такой неповоротливый, в принципе. Отлично. Еще один труп. О, у меня этот мой олень 9 уровня уже. Mm-hmm. Ну, я сейчас буду 10-го, еще чуть-чуть осталось совсем. Mm-hmm. Еще чуть-чуть, да, реально. Два или три моба. Увидел этого, да? Смотри, какой он. Жуткий. Mm-hmm. Там сапоги были, я первый нажал. Слушай, а где ты? А, подожди. Так, я еще хочу. Тяжелый доспех, обычный предмет. Но мне тяжелый не надо, мне надо легкие. О, и сигуш надо одеть, точно.
Еще тяжелые ботиночки. О, так слушай, они стоят неплохо. По полтора серебряника. Хорош. Так, ты там квест выполняешь что-то? Да ты... я сейчас вот добью уже тут. Давай. Давайте я тебе помогу. Опа, опа. О, левел ап. У меня еще нет. Ну, я ж тут начал бить, а ты не бил. Так, у меня какие-то умения. Ладно, ты пока бей, я отойду в безопасную зону. Смотри, что там с умениями и так далее. Подожду. Что-то у меня опыт вообще не идет, слушай. 69 опыта, потому что я рядом с тобой. Так а мне почему тогда опыт не идет? У тебя есть там питомец получил, ты там столько-то получил, то есть оно ж пишется. Ух ты, тут выберите специализацию, тут третья специализация есть. Круто. Чё-то я ничего понять не могу, у меня опыт не двигается, стоит на месте, кажется. А ну убей. Ну вот 90 процентов у меня сейчас. Наведи внизу на опыт и посмотри, сколько написано цифр. А не, дает, только очень мало, вообще 70. Чуть-чуть. Вообще по-маленькому дает. Ну, 71, ну написано же слева в общем. Так, ладно, части. Хорошо. Я просто слишком близко, и половина опыта идет, ну, на двоих. Полам деле. То есть, что легче, типа, мобов убивать же вдвоем, поэтому оно... Ну да. Так, иди выполни тот квест, чтобы мы уже наравне были. Так, принять квест, какая-то куртка, тут еще какая-то фигня. Собственно, все, ну, а что дальше делать? Да речи. Еще этот возьмем. Ну давай. А ты тот выполнил? Ну да, она мне что-то дала. Окей. У меня сейчас вот туда показано. Кого? Болотников. Ну этих, которых мы только что били. Так, ну думаю. Сейчас перебьем их, получим награду. Блин, прикольный, красивый монстр. Уродливый, конечно, но О, левел ап. О. Клинки смерти, уровень 4. Сделать ставку. Кто выиграл? Ой-ой-ой, слушай, это какой-то новый, глянь какой. Так, я не того бить начал. Сейчас мы отгребем, отгребем. По-моему, какой-то покруче дядька, чем того, что которого ты бьешь, посмотри. Помогай. Да-да. Что-то мне даже плюху от него ловить не хочется. Я его почти добил уже. Ей, 100 опыта за одного. Блин, еще не выбили. Так, хорошо. Что нам надо? Болот еще мне надо... 5. Да. Один в один. Вот самое классное, что здесь маленькие цифры. Ну, в плане там 5, 3, там, знаешь, 10, ну, то есть такое. Вот. Я надеюсь, что так будет и дальше, потому что если на больших левелах там надо будет, знаешь, там сотню или две убить, обидно. Ну, реально долго. Ну, так. То есть, а так пока что интерес поддерживается. То есть, знаешь, оно все как-то вперед, вперед, вперед. Прикольно. Так, я вижу, ты там одного как-то сам убил, да? Вон народ продает вещи, видишь, разных цветов, там фиолетовый какой-то. А как ты это видишь? У меня нет такого. Чат обычный. Ну, общий чат, у меня только спам один. А я спам занес в черный список. Я увеличил окно чата и правой кнопкой мышки нажимал по спамящим никам и игнор, 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 и все, и у меня теперь чат чистый, то есть я вижу все нормально. Спама нет. Я так с самого начала делаю, ну то есть, чтоб... зачем мне спам? Да и вообще, кому это надо? Что-то я добавляю в черный список, оно что-то не добавляется. А там этих, блин, спамеров, там человек 15 или 20. Ники все такие... И они плюс еще эти спамеры добавляются, через каждые там полчаса новый спамер создает. Да ну его нафиг, блин. Ну почему? Я перебанил и нормально, плюс потом еще одного забанил, еще одного, то есть нормально. Хозяин леса, куртка хозяин леса, леса хозяин. Средний доспех.
Легкий доспех. Подожди, а какой мне надо? Мне надо легкий или средний? Вот это уже интересно. Не знаю, мне как магу вообще магические положены. Ну да. Интеллект, сила духа. А здесь сила, ловкость, вынос. Подожди, а так мне средний надо или легкий? Вот. Мне, по идее, ну, нужна куртка забытого города. Потому что у меня там повыше получается, да. Ну ладно, возьму тогда свою типа. Чтобы показать товарищам по отряду, где вы находитесь, зажмите Shift и щелкните левой кнопкой по карте или мини-карте. Что это такое? Интеллект? Ух ты, это руна, можно руну вставить в предмет. Наверное. Так, сейчас я с умениями разберусь, подожди. Специализация третья, а чё, блин, мне? Может, сопротивление? Не знаю, я пока специализацию третью не выбираю, я внимательно просто это все изучил и выбрал. Угу. Собственно, неважно, какой приз, я любой продам. Поговорить, и выполнено. Отлично. Так, подожди, куда нам ехать теперь? Давай-ка в соседнюю территорию гляну. А, ну да, вот, отлично, вот мы рядом, мы в соседнюю территорию сейчас заедем, и там все будут квесты эти. Погнали. Так, подожди, я читаю эти. Угу. Я вон магический щит себе сделаю. О. Магический щит, ну-ка. Уклонение от атак дальнего боя повышается на 14%. Беру. Все, я все умения распределил. Где ты есть вообще? Возле тебя стоял. А-а-а, смотри, что у меня есть. Ну-ка. Ну, посмотри на меня. А, ого, ты такой этот, светишься чем-то, это что? Магический щит называется. Круто. Не знаю, насколько оно времени, потому что, по-моему, не пишется. Но восстанавливается 20 секунд. Ну, не знаю, вроде как... Повышает показатель брони на 600 единиц. Угу. Получает 288 урона. Неплохо, чё. Угу. Ладно, погнали. Я тут со всеми поговорил, все взял, все. То есть у меня тут больше ничего не светится. Да, у меня тоже тут ничего не светится. Погнали. Окей. Нам по дороге и соседнюю локацию. То есть мы уже из одной локации переезжаем в другую, в принципе. Угу. Давай попробуем срезать. Надеюсь, у нас это получится. Давай. Интересно, сколько же магический щит длится? Наверное, он поглощает 288 единиц урона и потом сбрасывает. Да, может быть, он, типа, да, может быть, ага. Разовые. Ну, ты помню. Угу. Но выглядит прикольно. Угу. Вот тут портальчик. Аукционист еще. Кстати, угола. Есть какой-то трейдер, чтобы продать ему всякое? О, наверное. Есть, блин, я бы это, поле свое где-то бы запилил, только я еще с этим делом что-то как-то не понимаю, где это делать. Угу. У меня вообще в инвентаре есть что-то с этим связанное? Семена у нас есть. Семена есть, картошка есть, а вот задание. Так, чертеж пугала в соломенной шляпе. А мы еще-то не прошли задание, я так понимаю. Да, мы же еще идем, проходим его, все. Все, я продал свой хлам, можно ехать. Так, ща я тоже продам, подожди. Жду. Я вот думаю, мне щит вообще, я думаю, он мне не понадобится, но все же, мало ли, да? Не, щит я точно продам. Угу. Кстати, у меня сейчас денег 97 серебра. Угу. А у тебя? Сейчас продай, скажу. Да? Так, подожди, мне сейчас надо тут... Так. Не интересует, да? Не продается. Окей. А это тоже не продается. Окей. Чё, прикольно вообще так, всякие ресурсики. Угу. Я думаю, ресурсики тоже не буду продавать, мало ли. Я думаю, там будут какие-то скупщики где-то. Как-то. Какой-то же рынок должен быть. Ну да. Пока что, наверное, не буду продавать. Так, ну так, что? Продажа. Давай! Уху! Давай быстрее. Угу. Я хочу уже дальше. Шипастенькие деревья. Такие корни, блин. Красивая игра, реально. То есть... Угу.
доставляет удовольствие просто даже так вот посматриваться. О, все. Продал. Угу. Сколько у меня в итоге? 9 серебра и 51 золотая монета уже. Я так понимаю, она как-то переводится сама. Ну, да, ну, да, да, да. И 50 этих обычных. Меди, я понял. У тебя одна золотая, ты богаче меня. У меня, блин, 97. Ах ты ж читер. Все. Погнали дальше. Так, бежим. Едем. Едем. Поехали. Давай, давай, давай. Эти я за корень зацепился. Ну, бывает, чё. Чё это такое? Ничего себе! Круто! Генератор Холмы Легиона. На нём кататься можно. Короче, автобус, походу. Да-да-да-да. Ну, смотри, смотри. Остановился. Это, видимо, остановка. Дилижанс. Ну да, прикольно. Вообще круто. Пора бы развернуться, а то я что-то... Питомец получил 300 очков опыта. Я понятия не имею, за что он получил 300 очков опыта. Я просто бежал. Может, за езду? Не знаю. То есть за то, что мы на нем катаемся? Может Все быть. Мы в новой локации. Как ты это знаешь? Карту открой. Ага. Угу. Нет, нифига, мы еще не в новой локации. Мы вот через мост переедем и будем в новой локации. Нет, я уже в новой, я карту открыл, у меня новая локация открыта. Не, ну так-то да. Ну да. Так, ну чё, сдаем квест и идем следующий. У соседа берем квест, да? Да. Давай. Опа. Так, у нас теперь 4 стрелочки. Мы не ищем легких путей. Видимо, ну, нам да. надо этих атаковать, соседей, да? А, да, да-да-да. Нам надо на этих чуваков нападать, походу. Давай, помогай. Ой-ой-ой, слушай, они сильно бьют. А ты где? Я? А вот я возле тебя. А я что-то не могу тут вообще атаковать, слушай. Вот не могу и все. А, ты в защите? А вот, могу. Или нет? Не-не-не, нормально все. А я думал из-за того, что ты типа как... Не-не-не. Ух ты, его нормально так долбанул. Угу, видимо крит. А, ну это магия. Угу. То есть они помягче. Ох, ничего себе! Он ж... Ты видел, как он прыгнул? Угу. Вообще. Отлично. Слушай, опять что-то есть. Вон над нами летит. Ровно ага. над нами, глянь. О, нифига. Отлично, да? Такая штуковина. Ага, надо будет полетать потом как-нибудь на такой штуке. Угу. Так, ничего, давай следующего атаковать. Воу, огненная штучка. Не-не-не-не-не, чувак, не стреляй по мне. Отлично. 5 из 8. Угу. Я своего оленя там где-то поставил, хай стоит лучше там. Давай по ассисту. Даю. Даю даже следующего. Слушай, может тебе тоже щит можно накастовать? А ну сейчас подожди. Ну стой, где-то там есть. Ну да. А, 30 секунд ждать надо. Подождем, без проблем. Воу! У меня хп половина. Ай, нет! Он моего бьет! Леня! Ну не бей моего оленя, гад! То вот эта вот фигня била только да. что, да? Ай, еще один моего оленя бьет! Нет! Нет! Олень! Нет! А, мой олень! За оленя! А, что-то меня он оглушил, походу. О! Офигеть! Что-то нам тут поднапинывают уже немножко. Так, я восстанавливаю моего оленя, бедненько. Офигеть, так, все, я сажусь на него и вообще погнали отсюда к чертям. А то, что... Ну да, а где мой олень-то? Он тоже умер. Да, меня с одной тычки... А, это, блин, не убил, он меня под ножку сделал, что ли? Беги. Чай его. Да я ему сам. Беги, короче, что-то нам тут напинывают.
Блин, мне жалко моего оленя. Да и твоего жалко. Так он вроде живой, нет? Не, он лежит, типа... Смотри, это тормашка. Капец. Так, вставай. Так, олень, пошли со мной. Стой вот здесь, пожалуйста. Тут тебя, я думаю, никто не тронет. Капец, не, я пойду его вообще похилю. А где его хилить-то? А, тут будут потом. Сейчас их еще нет, походу. Mm-hmm. Кстати, квест дадим, мы же его уже выполнили. Ну да. Кстати, за левелап он, походу, должен будет выхилиться, если что. Mm-hmm. У нас тут уже буквально чуть-чуть и... Не, ну я ему могу бутылочку дать. На всякий случай, так, дам ему. Бутылочку дать. У меня есть три микстуры. А, уже нету, подожди, ли есть. Микстура. Микстура. Это я сам выпил. Подожди, а олени где? А, я его заюзал уже, наверное. Ладно, погнали дальше, короче. Окей. Так, слушай, а что с этой руной можно сделать? Не знаю. А, ее вставить в шмотки. Зачаровать предмет наш... Интеллект вот плюс один. Да, а, ну да, у тебя на интеллект, значит, тебе подойдет. Так, я поехал дальше пока. Блин, он теперь медленно двигается за то, что у него хп нет. Ну да. А ты где вообще? А, поехал дальше. На не туда поехал. А сейчас выхилится. Сейчас. Да, вон нормально. Там, в город впереди. Кстати, есть он этот... смотритель стоило. Вот как раз они хилят. Только денег надо будет дать, походу. Mm. Никаких денег не жалко, лишь бы олень был сдан. Да реально жалко, слушай. Надо хило купить на оленя тогда. Да не, надо этого оленя просто оставлять. Ну и подальше. Mm-hmm. Ну, то есть ты его оставил в радиусе нахождения. Ну mm-hmm. Да. О, город прикольный, мельница. Так, спешится. Так, Так, не, я его, наверное, спрячу и так побегу. Быстрее добегу да, пешком, вон, чем это. Олень здесь вообще, то есть я не туда пошел. Вон. А, вот смотритель, да, есть. Чувак, ну, что этот дилижанс сделает? Оленя похилить. Офигеть, 1,5 серебра. Ну, не да, серебряная и 60 меди, капец. Не, лучше я куплю хилки. Да его сам похилю. Жестко. Так, я награду получил. Эй, бедняжка, не следит за тобой хозяин. Нет, не хочу я вылечить питомца. Слушай, а где? Понять не имею. Я еще тут квест сдал и взял еще один. Где ты его сдал, где вот взял? Здесь, вот. Тут-то. Туточки. Не вижу я тебя. Мне показывает вообще непонятно, куда бежать тройка и двойка. Ты что туда вообще убежал, упетлял? Назад вернись. И налево иди. Вот, я перед тобой, видишь? Угу. Но у меня там ничего нет. У меня там знаки восклицания. А, вот только красненький один тут и здесь. А эти двое у меня без знака вопроса. Как ну, то ты есть так они... квесты выполняешь? Ну, у меня в другую сторону показаны цифры. Странно. У меня заставка пошла. У меня тоже. Я, кстати, у меня к нему вообще не было стрелочки. Или бы... Mm-hmm. Может, это красная стрелочка? Энар с тяжелым сердцем отвернулся от окна, чтобы обратиться к Сенату. Если бы он задержался еще на несколько минут... то увидел бы, как одинокая фигурка пробирается сквозь лозы к выходу из леса, чтобы отправиться в земли людей. Отчаянный и безрассудный сирота решил, что сможет восстановить справедливость в одиночку? Ну, когда Энар узнал об этом, он сделал все, что мог. Он отправил ему на помощь самого сильного, самого мудрого из своих эокадов – Телерина. Короче, нам отправили какого-то Телерина.
Угу. Мы уже в мире людей, типа, получается. Ну, видишь, тут люди. Угу. Так, оу! Хорошо. Что ты сделал-то? Оно бабахнуло. Кто? Вот это ящик, вот, сука, да. Во. Ну, не знаю, зачем ты это делаешь, но мне надо найти магазин, где можно хилки купить для оленя. Хиль ты его уже так. Ну, ладно. Смотри, на ослике кто-то гоняет. А у них ослы, походу, у людей. Ну, вон, лошади. А, это лошадь. А где вот там осёл? Прикольно. Ребятка, не следит за тобой хозяин. Ну, все, похилился. Вот видишь, теперь мы уже с другой расы, как бы, ну... Ну да. Жуем. Прикольно. Так, вот этот чувак, которого нам отправили. Угу. Опять заставка. Изначальный материк. Утраченная земля. Дом, куда мы все мечтали вернуться вот уже 2000 лет, а эльфы сильнее прочих. Ходили слухи, что магия понемногу возвращается, и воздух материка скоро вновь станет пригодным для жизни, а голые скалы превратятся в цветущие луга, каких нет больше нигде во всем мире. Но эльфы, 2000 лет ждавшие этого дня, готовились не к путешествию, а к войне. Они забыли искусство мореплавания и кораблестроения. У них не было даже выхода к морю. Именно поэтому Энару так нужен был... Круто ещё. Ой, опять я микрофон побил. Так, ну, прикольно. Так, берем следующее. Вот, смотри, у меня сейчас задание есть. Вот сюда вот подбежать. Тут у меня 2, 3. То есть вот сюда вот бежать прям. Ну вот 2, 3 у меня вот туда куда-то надо бежать. Не знаю, может мне вообще надо вернуться. Не знаю, наверное, тут... А, посмотри, не, вот, не-не-не-не, вот здесь, нет. вот здесь, двоечка вижу. Да, двоечка прям перед нами. Я тут по полю гоняю, как я не знаю. Я что же? Вот двоечка, вот у этого. Да. Награда. Вот опять. Дельфийская звезда, карта сокровищ, слушай. Угу. И опыта. Не забудь какой-то купить джеб? Сертификат, да. Торговца. Продать ли такой в городе? Чего? Изготовить салдерийский клубничный джем. Угу. Нужна клубника 100 штук и сертификат торговца. По идее, клубнику можно собрать прямо вот тут вот. Я вижу клубнику, но ее надо посадить сначала. То есть мы не можем чужую срывать. Ну надо свое поле, значит, где-то запилить, нет? Видимо, да. Видимо, надо семена клубники купить. Так. Да, отзови ты своего оленя. Дозвал, все, он мне не мешает. А где у нас продают семена? Не знаю. А, наверное, вот тут вот где-то сейчас. Тут какая-то это стоит, короче, ей, по-моему, плохо. Вот смотри. Вот туда посмотри, где она стоит. Офигеть. Я у нее задание взял. О, принять. Нам понадобится морковь и немного лука. Морковь и немного лука, ну отлично просто. Ну я могу растянить панельку целей и заданий, прикольно. Кого, чего? Панель целей и заданий. Где ты ее взял? Ну справа та панелька, я ее просто растянул, чтобы она длиннее была. Ну, так, морковь, так. Лук. Короче, нам надо это все выращивать, это жух. А что делать? Ну я думаю, давай сейчас... Подожди, у меня тут рядом 3-4 что-то висит. А, вот. Троечка духи. У меня рядом, да, только вот духи. Да. Не, подожди, давай на троечку пойдем все-таки. Ну, вот оно. У меня вот там оно.
вот там вдалеке. Сейчас, подожди, убью. Получить указ ордена Дауты. Мне такого вообще вроде нету. Не знаю. Может, маги и физы немножко отличаются по заданиям уже? Черт его знает. А, ну это у меня четверочка, духи. Я понял, что произошло. Я не до конца добил вот этих товарищей в капюшонах. А иди добей. Или давай. Да уже ж тут. Да я здесь, думаю, сам справлюсь. Давай. Оленя ж убили, я убежал. Ох, ничего себе! Че там? Бьют? Не-не-не, он прикольно. Во! Он меня сдувает ветром. О, круто! Реально круто, слушай. Вообще. Я реально такого не ожидал. Нежданчик. Вот, тут два вида духов, которых мне надо бить. Отлично, все. Я разобрался. Так, что это такое? Ну-ка, могу собрать. Угу. Ремесленная репутация, плюс 1 очко, всего 8 очков. Круто. Ё-моё! 30-й левел, босс. Не хочу его трогать. Меня сейчас убьют нафиг, короче, я так понял. Да, меня сейчас убьют. Я умер. Ты туда вернулся? Потеря на 650 единиц опыта. А когда ты восстановишься, там можно в статуе помолиться, там что-то такое, деньги дать. Тебе восстановить немного. Можно восстановить часть потерянного при гибели опыта. Статуе помолиться, так, ну, где? Давай, наверное, на этом серию завершим. Сейчас мы разберемся с твоими квестами, чтобы мы были на одном уровне, давай? Ну да. Вот, так что, ребят, на этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну и ждите продолжения.